Что вы думаете о женщинах-служителях? Можно ли женщинам проповедовать в церкви? Well, that verse in Timothy, вот этот стих в Тимофее. I don't allow a woman to teach or to usurp authority over men. Женщине нельзя учить и не властвовать над мужем нельзя. Forgive me for referring you to the Greek, but I have to. Простите за то, что мы обратимся к греческому, но нужно. It describes a woman who through her teaching is usurping authority. Здесь речь о женщинах, которые начинали учить и властвовать над мужчинами. It's not teaching. Речь не просто об учении. It's usurping authority. Речь о том, что женщины неправильно использовали власть, узурпировали, властвовали над мужчинами. Now, if you look at God's dealings with women through the ages, и если посмотреть на то, как Бог обращался с женщинами за всю историю, God has always used women. Бог всегда действовал через женщин. Nothing unusual about it. В этом нет ничего необычного. Бог действует через женщин. In the Old Testament, во времена Ветхого Завета, Miriam was a prophet. Мариам пророчица. Deborah was a prophet. Девора пророчица. She was a judge. Она была и судьей. She was the highest voice in the land. Она была главным голосом в стране. When you get to the New Testament, в Новом Завете, we find Mary, мы читаем о Марии. A major voice. Она, ее голос был слышен. Anna the prophetess, и еще пророки, пророчицы. A major voice. Очень серьезно Бог говорил через женщин. Mary Magdalene. Мария Магдалина. Many scholars believe she was the 13th apostle. Многие богословы считают Марию Магдалину 13-м апостолом, ну или апостольшей, простите меня, но скорее всего апостол. Many people believe that a lot of the information in the Gospels came from her because she was so close to Jesus. Многие богословы считают, что большая часть информации в некоторых Евангелиях от Марии Магдалины, потому что она была очень близка к Иисусу. Priscilla and Aquila. Priscilla и Аквила. If you go to Romans chapter 16, 16 глава Римлянам, it is loaded with women. Там много говорится о разных женщинах. One who was a pastor. Была одна женщина пастор. One who is listed as an apostle. Одна апостол. And so you, from the beginning to the end of the Bible. Вся Библия от начала и до конца. You find that God dealt differently with women than pagans did. Что Бог относился к женщинам иначе, нежели чем язычники. But it doesn't matter whether you're a man or a woman. Неважно, мужчина ты или женщина. God expects you to respect authority. Бог ожидает от тебя уважения власти.